Операция по удалению катаракты с имплантацией искусственного хрусталика завершена. Эту тонкую ювелирную работу проделал доктор из города Тараза Николай Каревский. 66-летняя жительница Халима Кокинаева чувствует себя хорошо. У меня не видел правый глаз. После тщательного обследования и подготовки сегодня известный офтальмолог провел операцию. Уверена, что теперь зрение восстановится. Спасибо за то, что дарите людям радость видеть. Благодарю весь персонал медицинского центра Дана. Среди ожидающих своей очереди на прием Николай Васильевич Пилюк, который ждет, не дождется, когда ему снимут повязку. У 82-летнего труженика тыла правый глаз перестал видеть после выхода на пенсию. Николай Васильевич уверен, что операция поможет, и он будет видеть. А вчера вообще не видел, свои 5 пальцев не мог разглядеть. Телевизор только слушал, а сейчас смотреть буду. Обследование проводится на высокотехнологичном современном оборудовании. Офтальмолог высшей категории Елена Блюм определит, что необходимо для лечения глаз. Медицинский центр Дана – это не только многопрофильная клиника, где вам окажут квалифицированную помощь. Это сеть оптик Дана по всему городу, за городом. Мы работаем как один большой слаженный механизм, каждый знает свою работу. Мы работаем с высокими профессионалами, мы делаем операции на катаракту, на глаукому, мы наблюдаем динамики пациентов. Если пациенту прописали очки, то и приобрести их не представляет проблем. В Дане представлен широкий выбор очков, линз и необходимых принадлежностей по уходу за глазами. Вся необходимая информация будет предоставлена по телефону 21 44 46. Медицинский центр Дана находится по адресу улица Бауржан Мумушулы напротив автотехникума.